профессор Хименюк. Игорь, вы там? Если вы меня слышите, ответьте, пожалуйста. Прием. Да. Кто это? Меня зовут Ольга. Я живу в поселке в Рыжем лесу. Наслышана о вас. Думаю, мы можем помочь друг другу. Слишком часто я это слышу в последнее время. Нельзя ли поконкретнее? Учитывая обстоятельства, ваша подозрительность понятна. Но у нас общая цель – выгнать Нар из зоны. Ну, я приехал сюда не для того, чтобы вести партизанскую войну против корпорации наемников. Да, я знаю. Вы кого-то ищете, как и я. Пожалуйста, приходите в наш поселок в Рыжем лесу, нам нужно поговорить. И будьте очень осторожны, ладно? Чудовища, как правило, они приходят ночью, но не всегда. Там есть поселок? Значит, вы одна из самоселов? Людей, которые вернулись в свои дома после аварии? Многие старики никогда и не уезжали. Знаю, в это трудно поверить. Но есть и новые люди, вроде меня. Мы приехали в зону по разным причинам, но сейчас у нас одна общая цель – избавиться от Нар. Понятно. Потрясающе. Пожалуйста, приходите в поселок. Я не о себе беспокоюсь. Вы сделаете доброе дело. Если буду поблизости, обязательно загляну. Это Ольга. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы, говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? Thank you.
Просто сиди тихо, ладно? Уверен? Не могу уже. Может, нам лучше... Решил сразиться с монстром? Да? Давай! Но я запру дверь изнутри. Ну уж нет! Тогда заткнись и не рыпайся. Я что-то слышу. Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может, встретиться с ним и спросить про Татьяну? Меня беспокоят твои кошмары. Сходила бы ты еще разок к Брюханову, Таня. И что? Он пропишет мне еще таблеток, от которых мне плохо. Прости, я не хотел. Я тебя люблю. Я знаю. Но я лучше буду страдать от демонов, чем чувствовать себя пустой. Мне так хочется хоть чем-то тебе помочь. Просто пообещай мне, что никогда меня не бросишь. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чутило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко!
Ну, привет. Слышал, ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил? Я даже не знаю. Как-то не задумывался. Уже счет потерял, да? Молодцом. Продолжай в том же духе, и мы их одолеем. Вот увидишь. Профессор Хименюк, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. И о чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... Что посреди зоны живут обычные люди? Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса, как свои 5 пальцев. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и... Они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... Ну, остальное тебя уже не касается. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство. А врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание – закон. Хм, я че? Похож на болтуна. Говорить главное. Чати, ты потерялся, что ли? Я за поросятами присматриваю. Такие хорошенькие, им даже имена дал. Ромашка, Дарья, Ваня, Мина, Юся и Ося, и Демьян. Теперь, когда вся еда закончилась, придется... Боже мой! Вот скажи, и как мне выбрать? Вот кого отправить в поросячий рай?
Это ты. И почему я был уверен, что ты как-то со всем этим связан? Пожалуйста, помоги мне. Мои люди рассчитывают на меня. Я должен вернуться с едой. Кажется, у нас уже был такой разговор. Я искал припасы, которые у нас украли. А потом меня схватили эти гады. То есть они украли еду, а потом устроили на тебя засаду? Что-то не сходится. И они мертвы. Ты в безопасности. Уверен? Ты погнался за ворами. И откуда ты знал, в какую сторону идти? В смысле? Я шел по следам. Я опытный следопыт и охотник с детских лет. Серьезно? А Ольга сказала, что ты доктор? Что случилось с припасами? Думаю, они где-то неподалеку. Хорошо бы их забрать, я должен принести их обратно. Почему я все еще под замком? Выпусти меня и давай возвращаться к Ольге. Я прослежу, чтобы тебя отблагодарили. Стрёмный какой-то. Не нравится он мне. Давай оставим его здесь. Если он такой опытный, сможет вернуться всего без нашей помощи. Ладно, ты свободен. Возвращайся в лагерь. Спасибо. Я замолвлю за тебя словечко. Еще раз спасибо, что вытащил меня из этой дыры. Но прежде чем ты пойдешь к Ольге, я хочу сказать тебе пару слов. Да? Так я и знал, что ты что-то мутишь. Припасы у тебя, так? Позволь, я их заберу. Что? Вот это наглость. Я правда должен сам их вернуть. Я отдам их Ольге, клянусь. Или ты мне скажешь, в чем дело. Или ничего не получишь. Ну ладно, ладно. Послушай, я годами пытаюсь помочь этим людям, показываю, как было бы лучше все устроить, учу самоорганизации, всему такому. Продолжай. Но они мне почему-то не доверяют. Слушаю только Ольгу и этого старого хрыча Матвея. Пойми правильно, я люблю Ольгу и всех их люблю. Они моя семья, цель моей жизни защищать их, даже вопреки их желаниям. Думаю, они не доверяют тебе просто потому, что ты брехло. Что ты задумал делать с этими припасами? Матвей должен знать свое место. Он безрассуден, и за его решение мы все можем погибнуть. Хватит ему всем тут заправлять. Я хочу подмешать кое-что в его еду. Просто, чтобы он стал чуть более, ну, покладистым. Тогда я смогу изменить нашу жизнь к лучшему. Ольга увидит, что я прав. Матвей голову задурил. Нужно положить тому конец. Да, просто охренеть. Не знаю, что сказать. То есть это все твоя личная вендетта? Я доктор, ты же знаешь. Я буду очень аккуратен с дозировкой. Ничего страшного не случится, поверь, так всем будет лучше. Помоги мне, и тебе здесь всегда будут рады. Что бы тебе ни понадобилось, я для тебя это достану. Прежде чем я решу, проясни для меня одну вещь. Ты сам украл припасы, чтобы все это провернуть? Да, украл. Но только потому, что мне не плевать на это место. Я сделал сложный выбор ради всеобщего блага. Надеюсь, ты поймешь меня и тоже поступишь правильно. Сам знаешь, тебе понадобятся союзники.
ни за что. Я не позволю тебе травить людей. Безумие какое-то. Зря ты это сказал. Я принес ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей? Просто говнюки из НАР решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Спасибо, что спас Костю. С ним бывает непросто, но я люблю его. Если тебе что-то понадобится, что угодно, ты знаешь, где меня найти. Как насчет того, чтобы объединить усилия? Похоже, у твоих людей здесь все под контролем. А мне бы пригодился человек с такими навыками и целеустремленностью. Что ж, а мне бы пригодился человек, который столько знает о технологиях НАР. Да, думаю, какое-то время Матвей без меня справится. Веди. Я открою для тебя портал. Не пугайся, ладно? Но я тебе доверяю. Тогда приятного путешествия. Увидимся на базе. Эти уроды забрали нашу еду и знаешь, что сказали? Что? Всего лишь 3 приема пищи отделяют человечество от абсолютной анархии. Мне кажется, это Ленин сказал. Точно, Джон Леннон. Умный был мужик. I'm the walrus, go-go-go-go-go job. Так, Матвею, становись в очередь. Нужно своей очереди подождать. Мы тут не дикари. Все по правилам. Какая еще очередь? Тут только мы с тобой. Не наглей, щенок. Знаю таких. Сначала без очереди лезет, а потом полная анархия наступает. Только через мой труп. Жди в очереди. Вали отсюда! Думаешь, я тут балду пинаю? И что с того? Проваливай! Рад видеть тебя в своей команде. Я сделал это ради безопасности моих людей. А у вашего поселка есть название? Мы просто называем его селом Матвея. Когда-то тут ничего не было, только несколько старых хат. Но потом эти уроды начали к нам заглядывать, и пришлось строить укрепление. Да уж, похоже на крепость. Думаешь, вы могли бы выдержать осаду НАР? Ну, если они притащат трибушеты с баллистами, тогда... А вообще дела идут неплохо. Нехватка еды. Вот наша главная проблема. И правда, как в средневековье. Черт. Кстати, хотел спросить. НАР ведь только часть проблемы. Как вы защищаетесь от теней? Мы называем их скрытнями. Но они не приближаются к поселку почему-то. Однажды я спросила об этом Матвея, но он мне толком ничего не ответил. Сказал что-то про особенный местный микроклимат. Микроклимат, говоришь? Главное, что в поселке нам хотя бы эти чудовища не угрожают. Я доверяю Матвею, мне его слова достаточно. Как вы справляетесь, Нар? Как получится.
Обычно с помощью пистолетов и ножей и всего остального, что может отправить этих уродов на тот свет. Не пойму, почему они так вас донимают? Вы же никого не трогаете. Мы сначала тоже не понимали. Думали, мы как-то договоримся, и они оставят нас в покое. В этой глуши места всем хватит. Сначала наемники согласились закрыть на нас глаза, но потом стали приходить и требовать... Дань? Именно. Началось с мелочей, но эти уроды быстро обнаглели. Неудивительно. Один раз даже захотели одолжить несколько барышень из поселка для вечеринки. Кошмар какой. Я, кстати, вызвалась пойти. Сказала Матвею, барышня из меня так себе, но я схожу. Матвей ответил, только через мой труп. Послал этих ублюдков из нарко всем чертям. Отлично его понимаю. Он твой отчим. Он волновался о том, что они с тобой сделают. Да нет же. Он знал, что если я пойду, там будет гора трупов с отрезанными членами. Думаю, он хотел оттянуть начало полномасштабной войны. Ничего себе, Ольга. Ну ты даешь. Если хочешь, чтобы твои люди нормально отдыхали, потрудись организовать им кровати. Ты прав, я этим займусь. Ну и зашибись. А то уже спина болит на бетоне спать. Привет, старик. Что замышляешь? Да ничего особенного. Надо не забыть дозиметры проверить. Слушай, Игорь, есть минутка? Конечно. А что такое? Я всякого в жизни повидал, но никак не могу привыкнуть к тому, что нахожусь внутри, как это назвать? Внутри пространственно-временного туннеля, соединяющего сингулярности? Ты опять, да? Что опять? Используешь эти ваши заумные словечки, которые для меня ничего не значат. Я не ученый. Извини, привычка. Даже мне очень сложно понять это явление, уж поверь. Или ты просто что-то от нас скрываешь? Глупости, зачем мне это? Потому что знание – это сила. Или потому что эта штука, чернобылит, может открыть врата в ад. И ты не хочешь, чтобы об этом узнали. Снова глупости. Точно? Ты как волшебник, в руках которого ключ к вселенским тайнам. Как знать? Может, ты станешь пророком, путешествующим во времени, мистиком зоны? Я верю в науку, а не в магию. Для обывателя это часто одно и то же, друг мой. Привет, Игорь. Как поживаешь? Нормально. А ты как? Да я подумала, что, наверное, задержусь тут подольше. И? Короче, мне кажется, этому месту кое-чего не хватает. Например, женской руки. Очень смешно. Нет, эту дыру я для тебя в человеческий вид приводить не буду. И готовить тоже не собираюсь. Это не моя работа. Я охотница. Охотница? А я тогда кто? Домработник? Слушай, у каждого из нас на этом складе что-то получается особенно хорошо. У тебя, видимо, здорово выходит перебирать мусор и мебель. И кормить нас. Так что ты, выходит, у нас домработник. А что в этом плохого? Да ничего, наверное. Вроде. Отлично. А теперь мог бы ты привести это место в нормальный вид и сообразить на обед что-нибудь поинтереснее, чем обычно? Ну это же готовые пайки. Что я с ними сделаю? Не-не-не-не-не. Как говорил Матвей, было бы желание и все такое. Ну, в общем, ты разберешься. Это вряд ли.
Но спасибо, что сообщила о моих многочисленных недостатках. Привет, Ольга. Слушай, ты можешь научить меня тому, что сама узнала в зоне? С радостью. В зоне нужно уметь о себе позаботиться, если не хочешь кормить червей. Отлично. Я готов учиться, великая охотница. Только никаких шуток во время тренировки. Не то организую тебе подзатыльник, понял? Ну ладно, вижу, задача меня ждет непростая. Это будет крайне сложно, возможно, даже опасно. Я думал, ты меня будешь учить правильно собирать сумку. Как это может быть опасно? Опасно для моего психического здоровья. Но не будем забегать вперед. Во-первых, я хочу обратить внимание на тот факт, что ты почему-то решил, что только я могу научить тебя искусству упаковывания. Полагаю, это потому, что я женщина. И это, на мой взгляд, чудовищный сексизм. Прошу прощения? Ты прощен. Тем не менее, у меня и правда припрятана пара любопытных приемчиков, которые тебе наверняка пригодятся. Скажу честно, Игорь, когда я смотрю, как ты организовал все на складе, мне плакать хочется. Ты умеешь плакать? Ничего себе. Я плачу внутри себя. У меня душа болит, когда я вижу эту свалку хлама пополам с безнадегой. Никаких четких линий, никакой эстетики. Просто мужское логово, провонявшее тестостероном. Немного рисковато. Тебе не кажется? Но ничего. Как сказал один мудрец, когда ученик готов, то и учитель найдется. И этот учитель ты. Да, я. И вот первый секрет. Это все идет из головы. В каком смысле? Беспорядок в голове ведет к беспорядку в вещах. Чем лучше ты организован, чем яснее твои мысли, чем чище разум, тем лучше ты можешь распределить вещи. Но... Никаких «но». Не спорь, не отрицай, не борись с истиной. Просто молча впитывай мудрость. Я дам тебе подумать об этом несколько минут. Или часов. Да, товарищ, мы думаем, что объект может пролить свет на все загадки. Да, нулевой пациент. Она была беременна, всего пара недель. Да, мы тоже этого не ожидали. Нет, она не говорит, кто отец. Если верить данным наших друзей из КГБ, есть два кандидата. К сожалению, один из них уже мертв. Конечно, товарищ, мы приняли все меры для обеспечения безопасности Амалиевой и ребенка. Нас это тоже интересует. Возможно, мы стоим на пороге великого открытия. Да, да, я буду держать вас в курсе. Господи, Таня, была беременна от меня? И это она была нулевым пациентом? Они с самого начала использовали ее для своих экспериментов.
Мой птенчик, мой милый малыш. Скоро ты увидишь голубое небо, луга, услышишь звуки океана, ощутишь запах сосен, почувствуешь тепло солнца на своем лице. Ты особенный мальчик. Тебя ждет светлое будущее. Я очень хочу, чтобы ты оказался как можно дальше отсюда и был счастлив. Нужно торопиться. Я люблю тебя, малыш. Мамочка тебя очень любит. Прощай. Таня была здесь пленницей. И ее ребенок. Кто-то забрал его. Это прискорбно. Мои люди этим занимаются. Прискорбно? Да это полная жопа! Как вы это допустили? Если кто-нибудь узнает... Следи за языком, товарищ. Я в Афганистане воевал, когда ты еще пешком под стол ходил. У мальчика был сильный аутизм, он даже не разговаривал. Готов поспорить, он валяется где-то в канаве. К тому же он не мог сбежать сам. Кто-то ему помог. То есть это был кто-то из своих? Слишком рано делать выводы, но да, я думаю так. Значит, шпион, агент ЦРУ. Вам в КГБ везде шпионы мерещатся. Видимо, поэтому у вас арестов столько. Саддам вот-вот вторгнется в Кувейт. Уверен, у ЦРУ есть дела поважнее вашего исследования. Нет, это не ЦРУ. Это кто-то ближе. Ничего, я выясню, кто. Генерал, я хочу извиниться за свой тон. Я, правда, благодарен вам за вашу работу. Без вас бы мы не справились. Проект «Дуга» и наши исследования. Они могут оказаться важнее ядерного оружия, даже важнее космических войн. На кону стоит многое. Можно сказать, будущее нашей Родины. Я уже поговорил с другими членами партии и... Товарищ, я скажу прямо. Советский Союз уже трещит по швам, и вряд ли его распад можно предотвратить. Я не ученый, но достаточно повидал, чтобы понимать это. Но вот Чернобылит, напротив, может стать ключом к нашему будущему. Мы должны сделать все возможное, чтобы подготовиться к нему. Родила мальчика
И он сбежал. Это... мой сын. Боже, если так, я не могу. Соберись, Игорь. Похоже, КГБ хотел активизировать опыты чернобылитом. Возможно, они надеялись, что полученные данные смогут продлить жизнь Советскому Союзу. Очевидно, у них ничего не вышло.